Вот это Мунхулик. Мы находимся под ним. Одна из значимых гор этого района. На ней можно наблюдать ледовый маршрут. Называется Галстук. Вон он, натечный лед. Это у нас вершина Красноярский буревестник. А далее пик Красноярск. Мы в составе группы из 3 человек готовимся к восхождению на пик Красноярск. Вот по этому ребру по маршруту 2А. Прекрасный руководитель. У нас, да, прекрасный руководитель Татьяна. Все будет замечательно. День отличный, настроение боевое, бодрое. Готовимся, настраиваемся работать и получать удовольствие от гор и от общения с ними. Такова? До первой лавины. Не надо нам лавин. Не надо никаких лавин. Все, да. Все будет хорошо и замечательно.